Так, участки, три участка. 196, 195 и 194. Это участок 196, рядом с глэмпингом. Вот с таким. И здесь еще один глэмпинг. Значит, два глэмпинга. Земля. Скорее, ну, низина, скорее всего. Сосны и елки. И вот это 196 участок. 196 максимально засажен. Вот 195 участок. По участку проходит тоже какой-то ручей. Какая-то канава идет. Вот она. Под этой сосной течет ручей. Так, и вот последний участок, это, ну, наверное, продолжение 195-го. И вот там, наверное, 194-й. Это вот этот вот, 194. Здесь уже попадаются какие-то чахлые березы. И в основном ели. Пару сосен есть. Вот такие вот грунты здесь. Стелющиеся корни. Торф, скорее всего. Скорее всего, торф. Да, вот, наверное, граница участка 194-го до красной ленты на столбе. Дальше все участки уже идут резко в гору. Да. И вот этот участок продается тоже. Как бы равнина, но ни одного дерева нету. Ну, не совсем понятно, что там за грунты. Да. Вот эти вот три участка, вот они отсюда начинаются и идут вот в ту сторону. Вот в ту сторону. И один из них, 196-й, примыкает к глэмпингу. К глэмпингу. Этот буферный получается, но по нему проходит ручей. Да.